Тебе уже надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля заказа прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка 7% по промокоду ПАПИЧ. Сейчас будем опять ждать 10 минут игру. 10 ебаных минут! Вольво за что? Я пойду себе чай, наверное, сделаю, я не знаю. Если она сейчас найдет игру, пока меня не будет, я не знаю. Не моя вина, ноль ошибок. Вот реально, пойти делать чай просто. Я вспомнил, что у меня есть 250 мл Сандоры апельсин. Давайте ее выпьем. Это будет с трубочкой. Охуенно кайф. Нойс! Бля, трубочка грозит утонуть. Как интересно, пить, если трубочка утонет в банке. Ставь плюс в чат, если тоже хотел бы Сандоры. На вкусничах. А чё кайф? Плюс мораль пошла. По вине. Плюс мораль внутривенно. Габен, спасибо еще раз. 5 минут ищу. Вол по игру. Вот, смотрите, она реально может утонуть. Вот, эта вот штука, с которой пьешь. Палочка, смотрите, она может утонуть полностью. Вам видно? Вот, не знаю. То есть, а что вы уйдете, если она полностью утонет? Что-то не продумано. На придерживать зубами хз. Бля, 6 минут ищет, 6 минут, ну, горит, потому что Resident Sleeper. А, парни, как вам такое? Мы ждали 7 минут, а теперь мы будем ждать еще 10. Всем привет. Очень, очень просто замечательно, просто охуенно, как вот стримером Dota 2, просто охуенно стало. Просто сидишь, ждешь просто вот, просто ждешь, блядь. Сейчас, блядь, не знаю, подход с гантелями сделаю, хасу, что еще делать? У меня она как-то... Мне надо что-то поделать, я просто не могу, у меня мозги взрываются. Леон! Леон — это мой любимый паб-герой из первой доты. Типа, в первой доте Леон — это был мой самым любимым паб-героем, типа, поиграть for fun. Именно for fun, поняли? Типа, на максимум удовольствия. Сейчас уже, конечно, не получится, совершенно другая мета. Леон так больше не работает, как раньше. Типа, собираешь догоны, хуяришь всех. Ура! Наконец-то я могу постоять соло на миду! Спустя 10 тысяч миллиардов игр! Соло мид! Кайф! Блин! Леоном я даже поиграю, наверное. Ну, пока меня не начнут убивать. Пока что поиграю, пока не начали убивать. Плиз, танго. Добрый початок. Плиз, 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 плес, плиз, плес, плиз, плес, плиз, плес. Нате, обратно. Мне столько не нужно. Мне еще вард дали. Мне дали вард! Танго! У меня все есть! Я иду к успеху! Здорово, папани. Здорово! Yes. Yes. Бля, Леоном даже можно поиграть, наверное. Я хз. Сейчас посмотрим. Ну, наконец-то! Главное мид не проебать, а то расстроюсь. Бля, ебаный урод контрпикер или что? Кого хуя я против вайпера на миде стою? Стрим-снайпер, я вас ненавижу! Идет меня убивать, найс. Блять, 100% стрим-снайперы. Вайпер на миде, идет еще чел убивать. Ужас. А у меня даза в лесу, класс. Моя мораль скатывается. А курицы нету, а все, гг. А, ну это конец, окей. And you just stay here. Мне просто nice немножко окей. Ну что oh, еще? Мне уже минус морали. 50 русский и осетин стоя. Я тебе потом отвечу этот минус морали, пока сижу. ГГ, он выжил в итоге, и ничего не сделать. Это КГ. Если делать нехуй, просто, блядь, не можешь ходить за Урсой, а пока. Найс. А я не мог заставить его.
Слишком маленькое время стана. Блять, короче, ГГ. Сука, ГГ, минус мораль. Ебаный вайпер. Почему вайпер? Почему вайпер? Почему вайпер? Любой другой герой, кроме вайпера. Но нет. Я могу Леона выебать любого героя, но только не вайпера. У меня аж моноберн работал нормально. А если моноберн не работает, то что я сделаю? Изи фраг, изи жизнь. Просто на вайпера монодрейн не работает, я, блядь, не могу полноценно играть. О, хелл ес. Так, что там было? Все, ГГ, трубочка ушла вниз. Через контрол не могу качать, очень сложно, неудобно, я левша. Левше неудобно качать через контрол. Коллайда, да, два трека супер охуенные, просто плюс уши, согласен. Так, все, и дальше занят, потом отвечу. Не, очень хуевое начало. Стрим-снайперы гангают на миде, еще вайпера поставили. Просто хуесосы. Два миса рыли, блядь! Бля, мне братрум такой даун, лол. Он мог его изи убить только что. Я бы камбэкнул, если мы бы его убили сейчас. Он, сука, баран. До свидания, долбоёб. Хаста на тотем. Найс ульт. Забайтил. Сандаун, хули ты обзываешься, блядь? Зачем ты мой стрим слушаешь, лол? Блин, потому что я искал игру, чтобы с тобой попасть, наверное. Чтоб стрим мой слушать вместо игры или чё? Он фоном играет, я всегда твой стрим фоном запускаю. Люль! Мы там, короче, могли вайпера убить, а ты что-то ушел. Я АФК. Я знаю. Я не заметил просто, что ты напал. И как выжить? Я сделал все. Двух МПЛ. Все равно шанса выжить. Блин, мне эта игра не пошла, мне тут. Я уже в говне. У меня очень поздний догон. Да блять, стрим снайперы, хули. По КД гангают, вайпер на миде. Вайпер на миде! Чуть ли не единственный герой, которого Леону не победить. Просто Леоном побеждается мид через монодрейн, а у вайперу похуй на монодрейн. И что я могу сделать? Ему же поебать на монодрейн. Но я его убил, но это толку ноль, потому что я его убил, он просто с знаменатором пошел и снес вышку. То есть то, что я его убил, это вообще ничего не дает. Меня не вай загангали, меня не вай пизда. ГГ! Ничего не могу сделать. Вайпер на миде, сори, сложно. Я не смог раскачаться нормально. Я не мог не фармить на миде нормально. Я его только один раз убил. Я его один раз убил, при том, что меня загангали два раза. Если меня хотя бы не гангали. Выпал один раз Леон за 100 лет в лоу приорити, и мне сразу же контрпик ебучий. Просто, блять, максимальный контрпик. Любой герой, кроме вайпера, любой мид-герой, любой. Но нет. Я знал. А, ясно! 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 Что-то с английским, блядь. Кто эти глифы, блядь, эти так прожимает? Нам даже еще вышку не начали бить, они уже глиф нажали. О, великие силы. Ну ничего нельзя сделать, невозможно. Ну что еще? Здорово, Попеч. Здорово. Какие ты говоришь треки крутые у Калейда? Сейчас скажу. Все, гайз, всем пока. Ласт игра не пошла. Блять, ты че рофлишь, чел? Ну никак, ну бля, контрпик вообще пиздец. ПТшка их отпиздить или че? Невозможно. Я тебя не мутил. Грустно, я хотел Леона поиграть. Но у меня лесной дазовый, у меня вайпер на миде, бля. ГГ.
Грустно! Короче говоря, меня два раза загангали, я вайпера только один раз убил. Я должен убивать мидера хотя бы два раза. Если я убиваю мидера два раза, то у меня все охуенно. А у меня два раза загангали еще. Я только вайпера один раз убил. Плохо. Блять, выпал Леон, выпал герой, которому интересно поиграть. ОФК, вайпер мид, вайпер мид, вайпер! Один из 100 плюс героев, который, блять, реально вот мне сложный для Леона. Жесть. Что за лаг? Стрим-снайперы 200%, учитывая, как они меня часто гангали втроем. Ладно, гайз, всем пока, походу. Я уже не буду еще одну игру играть. Что-то я за минус моравился в этой игре. Когда мне ЦМ-ка выпала, ну, когда я ЦМ-ка играю, думал, по фасту проиграю, а в итоге наебашил. А эту игру я думал наоборот. Думал, наоборот, сейчас пойду наебашу. Вот там вайпер, блять! Хотя я не вы его убил. Я его не вы убил. Я одного гангера убил один раз. Но этого все мало. Леона надо 3-0 идти на миде. 3-0 надо. Минимум 3-0. Если у вас не 3-0, то это хуёво. Этот лесной дазл еще, блядь. Явно не помог. Дарклайт! Так, что там за донатыч? Какие крутые треки у Калейда? Ща, может, даже включу. Ладно, ласт игра когда-нибудь, не сегодня. Еду за солярой!